Я не мастер красивых речей, я всего лишь обычный человек, который расчищает дорогу к цивилизации. Речь о вашем сыне. Он мертв. Скажи, что случилось? Он связался с одним наркодилером по кличке Викинг. Что еще за Викинг? С ним разговор короткий. Чего ты взял, что сможешь кого-то убить? Читал много крутых детективов. Пропало трое дилеров Викинга. Спидо. Лембо. Санта. Мертвы. Что за дебильные кликухи? Спидо, Викинг. Это фишка гангстеров. Он хочет войны, он ее получит. Когда каждый день едешь по одной и той же дороге, часто думаешь о других жизненных путях. Но я выбрал правильный путь. И останусь на нем. Нелс Коксман, гражданин года.